Валентин Юдашкин накануне провел в парке «Зарядье» показ своей новой коллекции. Модное мероприятие посетило большое количество звездных гостей, друзей модельера. Сам он много общался с публикой, хотя было видно, что ему не просто находиться на жаре в толпе людей. В финале показа Юдашкин вышел к зрителям на поклон, чтобы выразить им свою признательность. Впервые он прошел по подиуму не сам. Он воспользовался помощью своей супруги Марины, которая уверенно держала его за руку и подсказывала, куда идти. Видео, на котором видно, как тяжело модельеру дается каждый шаг, опубликовал в сети Рустам Солнцев. К этим кадрам он добавил комментарий, в котором посочувствовал Юдашкину. Валентин Юдашкин, бедненький, еле ходит. Сегодня в «Зарядье». Дай бог здоровья. Написал Солнцев. Не забывайте подписываться на канал, чтобы быть в курсе всех событий, а также обязательно оцените ролик. До встречи!